с вами Аджит Ролл. И недавно я себе купил вот такую вот маечку с ассасином, на полностью белая. Спереди... Сейчас отодвину. Спереди у нас огромное изображение ассасина. Видите, какое же оно огромное. Не видно. Нормально. Сзади вот такая вот... Я не помню, что это знак. Потому что это ассасин, но речь сейчас не об этом. Сейчас у нас... Бой Бейблейда, вот этой вот говняной подделки. И Сэрмулс Элиты. Ну, ребят, если там, не знаю почему, вы хотите видеть Бейблейд, подделку не покупайте. Это такой графный мир. Блин. Это реально полное говно. Страйкер Стэдиум. А еще иногда у него отваливается нож. То есть, блин, если вам зачем-то они нужны, просто купите на Бумболе. Кстати, лучший сайт для заказа Бенблейдов, советую. Два Бенблейда за 140 рублей штука. И поле рублей за 20 за, можно за 40 купить. Какое вам нравится больше? Я начинаю, в принципе. Первого сырита выбила. Охренеть. Я не ожидал, что же так все будет. Так неожиданно было. Дайте второй раунд на первого сырита. У меня почему-то обычно мало сталкивается. Ну и ладно. Хотя это немного скучно. Учеба волшка. Нет, один от атакующего. Ну, поддельный волшок атакующего. Фермер Сэрри балансирующего. Но они, в принципе, по идее, они должны прям друг друга бить. Так вот же интенсивно. Насыщенно должно все быть. Они... Как не знаю кто... Ну и во втором раунде выбил поддельный Биг Бэнг Пегасус. Блин. Ну вот опять они. Вы видите, да? Опять они. Не сталкиваюсь. Нет, однако 2-1 в пользу Биг Бэнг Пегасуса. Четвертый раунд. Я сейчас первым запущу Биг Бэнг Пегасуса. Ну, что-то уже начинает такое более-менее нормальное. Это уже было неплохо. В основном так, тоже дохленько как-то. Получше, чем, может, 3 раунда. Мне кажется, сейчас пигаться. Одолеть. Ну, вот и все.
в нашем сегодняшнем обзоре победил поддельный Пегас. Вот. Если честно, он не очень приятный, не из лучшего качества, особенно вот здесь вот, если трогать, то не очень приятный. То есть вот у классических отказов, у них прям вот чувствуется качество, все так приятное такое. Это фигня. Ну, я оставлю две ссылочки на Бубом и на эти бандлейды поддельные, если вдруг кто-нибудь захочет. Ну. А, забыл. Что вам сказать? Заходите на канал моего друга Jason Channel. Классный летсплей. У него недавно вышел Just Dance.